твоя записка была на доске? Ты же Мисти, о котором говорила моя Антуса. Твоя Антуса? У нас с ней особая связь. Да ты что? Писательница шепчет Антусе пустые слова. Но что мог... Вот если вдруг найдется повод избавиться от этой писательницы, тогда Антуса все поймет. Значит, отправить ее к Аид? Да, ее... Дело непростое, но я справлюсь. Я у тебя в долгу. Можешь предоставить это... Если заметят, мне не сдобровать. Пора за наградой. Ну что, удалось? Она тебя не пот... Блестящая. Я довожу дела. Клио! Клио! О, Афродит. Эй, вы, разойдитесь. Зачем призывать богов? Откуда ты знаешь? Антуса просила. Клио, одна из девушек утром не... Ее могли по... Я спрашивала. Один клиент ведь... С оружием? Кто мог ее забрать? Люди тельца не впервые похищают наших девушек. Вперед, Фобос! Я вас затопчу! Что с тобой не так? Укарестон ми туто! Раньше никто из Гетер не исчезал вот так. Все боятся стать следующими. Антропос
У Каринфа плохая репутация, но это лишь сейчас. Здесь было тихо. Пока, делец. Мы не знаем, почему он тут, но в Каринфе стало опасно. Вот, об этом корабле говорил клиент. Прошу, спаси Клио. Гребцы, по местам! Что-то с нами, Варнава! Ты не поверишь, что случилось в Миссаре. Хотя, наверное, поверишь. Я тебя слушаю. Я нашел у Гноса легендарный лабиринт. Ты был внутри? Я победил Минотавра. Как интересно. И все? Вообще, мне чьё-то богат, Геродон. Скажи, как выглядела эта тварь? Так ли он свиреп, как говорят? Да, да. И запах источал шутки. Как вообще можно поверить, что... Я вырвал у него рог. О, боги. Ты настоящий герой! А этот артефакт обладает особой силой. Ты не должен заполучить его. Живей! Спасти. Спасти? Ты преступник. Убери нож. Мы не враги. Ты это о чем? Ирина прислала меня, чтобы вызвали тебя от этих людей. Ирина? Я наняла этот корабль, чтобы меня увезли из Каринфа. Так ты в бегах? Почему? Ты не знаешь, как делец обходится с людьми. Это ужасно. В Каринфе мне не скрыться. Ирина думает, ты в плену. Она беспокоится. Тогда пусть позволит мне сбежать. Даже Антуса уже не может нас сберечь. Она не согласна. Мисси, прошу. Мы шли к Миконосу, там безопасно. Помоги мне, и получишь деньги, что причитались команде. Ладно, так и поступим. Сойдешь на берег, как доберемся до Миконоса. А пока располагайся. Спасибо, Мисти. Так будет лучше, поверь.
Стреляйте! Воу! Как держать! Что случилось? В безопасности. Это главное. Что ж, она сбежала. И вряд ли вернется. Спасибо. Я передам Антусе. Завтра мне предстоит молиться одной. Даю слово. Решила помочь. И то верно. Ты пригодишься. Вот мой хит. Я пойду к клиенту. Я была тут. Под... Что там? Так, сейчас. Он говорил что-то о встрече у свин... Может быть. Он должен забрать документ о про... Это интересно. А, он назвал им. Хорошо. Спасибо тебе. Неплохо. За дело. Я не подведу. Славно. Если... Я готова. Я тебя знаю? Нет. Но я знаю тебя. Если тебя прислал Мирон, передай, что я заплачу. Сегодня вечером. Я не от Мирона. Нужно поговорить. Я знаю, ты что-то... Что-то?
Не понимаю, о чем ты. Тебе меня не подловить. Свинарник Фэй, ты сегодня там с кем-то встречаешься. Откуда ты знаешь? Неправда? Все не так. Ты получишь документы на землю. Уж не знаю для чего. Лазотчик, что еще ты знаешь? Выкладывай! Динамен будет зол, если ты сегодня не придешь на встречу. Как? Что тебе нужно? Я знаю про Дамалис. Ты ее клиент. И ты что-то замышляешь. Я люблю ее, пойми, всем сердцем. Но она тебя боится. Лучше я, чем другой, более беспечный. А не послушаюсь, меня убьют. Это не любовь, а слабость. Можно подумать, я не знаю. И он это знает, вот и заставил меня. Кто тебя заставил? Я больше не буду. И мне жаль. Ладно. Хайра, старик. Посмотрим, что тут. Так, что это значит? Что это? Кошель? Вещи у него так себе. Вдруг ему только заплатили. Такую кочергу я уже видел. У него нет очага. Это оружие или орудие пыток. В Факиде один тип ей орудовал. Вроде дельца? Делец и был. Прочитай письмо. Жуть. Написано, ослушается, пожалеет. Я так и думал. И еще. Он должен привезти Дамалис в один дом в Каринфе. Вот, смотри. Что это за место? Не знаю. Я с тобой. Не надо. Иди к Дамалис и жди. Ну, пожалуйста. Ты сделала достаточно. Это опасно. Я найду тебя позже. Ладно. И вот еще. Держи меч. Он из его дома. О, ты хороший вор. Дом, куда отведут Дамалис. Тюрьма? Я разберусь. Нужно действовать осторожно. Не подходи ближе. Корон,
уже ждет. Прядь волос. Смутно знакомый запах. Малака. Что это? Цепи? Масло? Зачем они тут? Ага! Ах ты, проныра! Кто тебя прислал? Что ты тут делаешь? Я хотела помочь. А ну не лезь! Феба, беги! Больше ни шагу. Смотрите, кто к нам пришел. Хочешь порки? Делец это мигом устроит. За это он будет гнить в Тартаре. Ханжа, мы в Коринфии. В комнате для утех можно все. Главное, чтобы делец был доволен. Ты болен, как и он. Делец уделяет особое внимание тем, кто ему по вкусу. Я скажу, что ты пришел сам. Это я уделю тебе внимание. Ты сдохнешь. Сдохни! Алексиус. Вернулась? Да. Я срезала двора. Ладно, ты хотела как лучше. Я хотела пробраться. Тебе повезло. Что случилось? Я побывал у дельца в комнате для утех. Нет. Да. Твой клиент привел бы тебя туда. Что это значит? Что делец добрался до него. От него и правда не... Но теперь я знаю, как с ним справиться. Он тебя больше не тронет. Значит, мы можем тебе доверять. Меня так просто не напугаешь. Убью!
Вот это место. Пора сжигать груз. Готово. Беги. Ugh!
Нападайте! Важен в бою, как все спартанцы. В этом мы похожи. Я видел, что внутри были люди. На складе сейчас никого. Людей я убил. Хороший солдат выполняет приказы. Идеальный знает, что делать. Спасибо. Я Алексиус. Скажи, кому мне сказать спасибо? Я Брасит из Спарты. Ты недавно в Коринфе. Тоже лазутчик? Излюбленная тактика спартанцев? А, куда без нее? Похоже, в Коринфе иначе никак. Гетеры Антусы следуют за мной повсюду. А, Антуса. Мы не сошлись, но враг у нас один. Делец? Мы не можем договориться, как именно его убить. И Спарте делец... Его оружие разит издали. Тогда объединюсь. Она хочет убить дельца у всех на виду. Не расскажешь подробней? Сейчас делец правит Коринфом. Я хочу сместить его, избежав бойни. Сместить его можно, лишь убив. Все просто. Да, дипломатия не его метод. Честно говоря, не удивлен. Мы схватили его людей, вооружили горожан, настроили полис против него, но ничего не вышло. Осталось лишь одно. Быстрый удар клинка. Подойдет. Заманим дельца в священную пещеру и покончим с ним. Когда я покину Коринфию, делец будет мертв. Кальтак, Спарта будет у тебя в долгу. И я был спартанцем. Был? Пока меня не обрекли на смерть и не сбросили со скалы. Так ты сын полководца Николаоса? Вся Спарта знает твое имя. И вот ты тут, живой. Немыслимо. Я выжил и рос один, пока в Спарте жизнь шла своим чередом. Не держи на нас зла. Коль в тебе есть благородство, прощай, и будешь прощен. Я ищу свою мать Мирин, и помочь мне может лишь Антуса. Да, Мирин. Ты знал Николауса? Славный полководец. Награжденный за... Но он исчез. Что поделать? Я не... Скажи, а ты ничего не знаешь о Мире? Я знаю, что с такой трагедией не справится в один... В ту ночь она покинула Спарту. Хотя она... Пути назад.
Потерявшие путь всегда могут вернуться. Облегчить задачи не могу. Мужайся, Спартак. Прощай, Брасит. Мы встретимся. Я... Se fa in tutto. Видно, план сработал. Делец подослал головорезов. Слышала. И еще слышала, что у них ничего не вышло. Это не первый мой бой. И не последний. Мы разделаемся с дельцом в театре. Брасит беспокоится, что смерть дельца может привести к бес... Он далековато от Спарты. В Коринфии мы будем действовать так, как принято у нас. Я поддерживаю Брасида. Убьем дельца в священной пещере. Уговор был другой. От дельца необходимо избавиться. И он умрет вдали от любопытных глаз. Просто пусть будет так.
Так это ты, полубог зловонных улиц Каринфа. Режешь моих людей, помогаешь этим грязным тварям. Ну да. Ха, надменен, как и твоя мать. Ты не подчинишь себе, Каринф. О, подчиню, не сомневайся. Убери свои... И когда это случится, я отправлю твою голову культу как доказательство. Что? Ты знаешь? О, да, я знаю твою мать. От нее были одни беды. Но я отплачу. Покончу с тобой и принесу этой дряни твою отрубленную голову. Жаль, Деймос этого не увидит. Скорее я заберу твою. Прочь из моего города. Он уже не твой. Прочь с моих улиц! Жаль, не увижу, как Деймос сломает тебе шею. Ха, насмешил. Стой! Нет! Люди Каринфа должны увидеть его смерть! Антуса! Его обязательно нужно отвезти в театр. Пусть все увидят его трусость. Нет! Нужна его жизнь? Получи. Но никто не увидит, как он истекает кровью. Никто не услышит его криков. Он мертв. Дело сделано. Твой ход. Да, ты прав. Он мертв. Отнесите тело на площадь. Пусть люди взглянут на него в последний раз. Ну что ж, Алексиос, я у тебя в долгу. Мы поговорим о твоей матери, но не здесь. Не знаю, как тебя благодарить. И хоть раз будет за что сказать спасибо Алкивиаду. Он умнее. Он знал, что ты сможешь. Это в общих интересах, все в выигрыше. Оказывается, с тобой приятно иметь... Кстати, о деле. Да, Мерин. Она недолго пробыла в Каринфии.
но успела восхитить... Я хорошо помню это. Сильная, одухотворенная женщина. Ты тепло говоришь о ней. Да, пожалуй. Но внутри она прятала боль. Как вы познакомились? В ту ночь шел проливной дождь. Она скиталась? Я мало знала о ней. А работа? Не знаю. Она могла остаться с нами. Она говорила о прошлом? Нет. Воспоминания... Куда она направилась? Этого я не знаю. Она могла намекнуть. Думаю, она сама не знала. Зато я знаю, что она выиграла корабль в кости. Хоть в чем-то Тюхи ей помогла. Помню название корабля. Песнь сирены. Песнь сирены. Он славился тем, что выдержал все испытания Посейдона. Спасибо, Антуса. Да хранят тебя боги, Алексиос. Заходи в любое время. Расскажу, как идут дела в Коринфе. И меня. Песнь сирены. Надо найти кого-то, кто знает этот корабль. Это поможет в поисках.